Андрей Воробьев подписал постановление, предусматривающее дополнительные меры по предотвращению коронавирусной инфекции в регионе. Основной пункт касается обязательной вакцинации граждан, работа которых связана со сферой услуг и непосредственным контактом с людьми. Прививка теперь обязательна для государственных и муниципальных служащих, а также для работников органов власти и подведомственных им организаций. Всего в области необходимо провакцинировать не менее 60% работающих жителей. «Прошу отнестись с пониманием к необходимости сделать прививку», — сказал губернатор.